Володя, включи, пожалуйста. Там же тебе только воткнуть розетку. Ну, эту, вилку. Сейчас начнется. Так. Вы туда подвиньтесь. Не забудьте. Вы перестаньте шептать молитвы. Я же все слышу. Нет. Зачем мистицизм этот устраивает? Вы знаете, что такое слово мистицизм? Нет. Вы куда перебейте дальше? Ну и не надо этого. Тихо. Написано даже шепотом. У нас написано это. Был в общине уже 180 тысяч миллиардов лет. Бормотание мешает ваше. Да она шипит, она даже не бормочет, она... И причем вам начинает подражать еще кто-то. И у вас такое, с той стороны... И стоит, мы что, это мистицизм какой-то устроили? Ну что, Заратустра сейчас? Ну да. Я уже вот так. Это ж не да, брат и сестра. Царю небесный, утешитель души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди все бесерны. И очисти меня всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше собрание и прибудь с нами. Мысли наши направь к горнему. Господи, благодарим Тебя за все. Тебе, Господи, за все хвала. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Вот второй том. Толкование сегодняшнего чтения святых отцов. Сегодняшнее чтение. Послание святого апостола к Ефесянам. Глава 4, стихи 7 по 13. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Поближе, садитесь, вам какая разница этот метр? Вы же молодые, вы в космос должны летать уже. Стих 7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Если все, как говоришь, общее, почему же один имеет больше дар, а другой меньше? Ибо это возбуждало в них, в Коринфянах и многих других, зависть. Разрешая это, апостол говорит, что каждому дан дар в той мере, как определил даровавший. Посему, так как это дар, будь доволен, потому что ты все-таки его получил, а не дан он тебе как нечто должное. А так как эту меру определил Бог, то не любопытствуй. Ибо если Бог определил, то, конечно, Он сделал это вполне соответственно. Итак, необходимое и без чего нельзя быть христианину, это общее для всех. А если кто-то имеет несколько больший дар, то ты не скорби, потому что и больший труд соединяет с ним, как об этом скажет впереди. И не сказал... по мере веры каждого, чтобы не предались малодушию те, которые имеют мало ее, но в хотении дающего полагает меру, чтобы вовсе даже и не дерзали рассуждать. Стих 8. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Толкование. Что он дал дары... Это, говорит, видно из слов пророка. Он дал даяние человекам. Но пророк говорит, ты получил дары. А это то же самое, потому что Бог, даруя дары, взамен приемлет служение. А кто получает дары, получает их для того, чтобы делать и трудиться. Посему не должно быть праздным.
На высоту же вошел, или на крест, или на небо в вознесении, что даже лучше, как видно из последующего. О каком же плене говорит? О плене дьявола. Ибо он взял в плен дьявола и смерть, и клятву, и прегрешение, а также и нас, бывших под властью дьявола и повинных сказанному. Стихи 9 и 10. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Толкование. Говоря здесь о смирении, Павел в пример указывает на Христа, как и в послании к филиппийцам, Филиппийцам 2.8, говоря, как он не отказался сойти, так и вы не отказывайтесь через смирение унижать себя. А что снизошел, это видно из выражения пророка. Восшед, потому что в отношении к Богу, когда говорится восшед, необходимо уже разуметь, что он прежде сходил, а человека еще нет. Куда же сходил? В ад. Его, конечно, называют преисподними местами земли, по общему пониманию. Как говорил Иаков, «Сведите седину мою с горестью во гроб» Бытие 44.30. И Давид, «Чтобы я не уподобился нисходящим в могилу» Псалом 27.1. Итак, он сходил в самые нижние страны, за которыми уже нет ничего другого, и восшед превыше всех, над которыми уже нет ничего другого. И это схождение не воспрепятствовало его восхождению. Посему и вы, если смирите себя, вознеситесь. Ради того он это и совершил, чтобы все наполнить своим владычеством и силой по плоти, так как по божественности и прежде все наполнял. Все это идет против Павла Самосадского и Нестория, ибо тот, который сошел, очевидно, как горний обитатель сошел, а через воплощение на землю и через смертью в ад, один и тот же, а не различный. Стих 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Толкование. И знаменательно сказал он, ибо тот, который позаботился о нас и который ради нас не отказался сойти даже до самых нижних пределов, не просто распределил дары, но без сомнения с мудростью и пользой. Как же после этого ты скорбишь, что неблагоразумно сделано распределение? А в одном месте говорит, что Дух разделяет, в котором вас Дух Святый поставил, Деяния 20.28, и все же сие производит один и тот же Дух, 1 Коринфянам 12.11, в другом же относит это к Отцу. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами и так далее. 1 Коринфянам 12.28. И я насадил, апостол поливал, но возрастил Бог. 1 Коринфянам 3.6. Брат, читаешь правильно? Я насадил, Аполлос поливал. Вообще-то в стихе. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Я как сказал? Ну, прошу прощения. Недалеко от истины, но не так. А здесь относят к сыну. Таким образом, едино действие трех. Первый – апостолы, потому что и дар пророчества имели, а пророки, именно новозаветные, не имели апостольства. Иных евангелистами, или написавшие Евангелие, или те, которые не ходили всюду, но благовествовали Евангелие, подобно Прескиле и Акиле. Деяния 18, 2 и 3. Иных пастырями и учителями, так называют тех, которые верены церкви, епископов, как Тимофей, Тит и им подобные. Но можешь разуметь под пастырями и пресвитеров, и епископов, а под учителями
и диаконов даже, ибо и они, имея звание очистителей, посредством слова очищают народ. Стих 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Толкование. Видишь ли, какое достоинство? Каждый говорит, совершает, каждый служит делу созидания тела Христова или церкви. Зачем же ты скорбишь, как получивший меньший дар? Даже ведь и ты содействуешь совершению святых, то есть пользе верующих и их усовершенствованию. Итак, смотри, получив дар к созиданию других, из зависти к большим дарам не погуби самого себя. Притом, если к усовершенствованию верующих другой и получите больший дар, пойми, что и больший труд и служение соединяется с ним, и больше посему ответственность. А с другой стороны, не сатанинское ли свойство завидовать тому, кто совершает и созидает тело Христово? Богопротивнику ведь это прилично. Стих 13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Толкование. «До тех пор, — говорит, — должно всем нам, получившим дары, делать, трудиться и созидать, пока не придем к единству веры, то есть пока не явимся все имеющими одну веру, не отличаясь по догматам и не имея между собой разногласия в том, что касается жизни». Ибо тогда будет истинное единство веры. Тогда познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем сохранять союз любви. Ибо Христос есть любовь. Под образом совершенного мужа и меры возраста говорит Он о совершенном познании догматов, равно как и под исполнением Христовым разумеет совершенное и всецелое познание Его и веру, что Он – один из Троицы и равный Отцу, стал человеком, единой ипостасью в двух естествах, волях и действиях, и что вместе с телом совоседает с Отцом и опять придет, и все остальное, что право о сем мыслится и говорится. Как же после этого в другом месте он называет наше познание несовершенным? В отличие от будущего знания, а здесь в отношении неизменяемости познания называют его совершенным. Ибо когда мы не будем колебаться, тогда будем совершенны, как видно из следующего. Богу нашему слава. Строчное объявление дать. Угу. Открыть эти двери и там сказать, что в коридоре, чтобы зашли. Может, там были быть. Объявление. Любовь Николаевна объявила. У нас написано в коридоре с той стороны. Слушайте внимательно. День общины после 19-го. Не предупредили ничего, тут как-то, я не знаю. И батюшки нет. Когда он обещал быть? Следующее, он сказал, через воскресенье. Через две недели или нет, через? Он когда был здесь на крещении, 18. Сейчас, да. Когда он будет? Следующие выходные. Да, он сказал, следующий через будет. Следующие выходные. Значит, ему объявить это дело, и остальным, кого нету, созвоните, что день общин, приготовьте благодарность Богу. То есть сказать, что тебе дала община, что не дохватило. То есть следующее воскресенье, когда будет батюшка? А? Следующее воскресенье, когда будет батюшка, так? Ну да, конечно. Значит, день общины. Сегодня... Что дала община тебе? Все, приготовьте материал от сердца. Батюшке я вчера позвонила. Он сегодня на литургии будет молиться по этому поводу. Ну, будет здесь он следующий, да? Следующий к нам приедет. Ну, все. Кого из наших здесь нету, кто имеет возможность, всем сообщите и позвоните. Что дала тебе община? Там в коридоре написано. Первое воскресенье. Ну, мы имеем... возможность такую переставить, то есть мы ничем не связаны. Так это, Игнатий Ильич, ну пускай сейчас кто-нибудь скажет. Нет, сейчас не надо трогать. Значит. День общины будет, тогда и договорились. Подумайте, после 19-го, что дала община, тогда скажут они. Я думаю так, по частям не будем. Ну перенесли, потому что нет батюшки. Ну, да, все запишем, у нас память будет. Мы же праве это сделали. Ну все, веди дальше. Я внесу.
Ну, прежде всего, дорогие братья и сестры, я благодарю вас сердечно за ваши святые молитвы. Как видите, я пред вами. Господь посетил. Стою. Да. Плоть вжала. В общем, поняли, что боль была. Не то это. Я понимаю, что я не говорю не то совершенно, не сравниваясь с апостолом Павлом, да, поэтому это другое. Духовное. Так, одним словом, просто болячка. Да. Но, слава Богу, я благодарен Богу и давно не верю в случайности, поэтому то, что я вышел из больницы обновленным в праздник, да, и в этот день Господь сподобил меня активно проповедовать в больнице и больным, и сотрудникам, и всем, кого встречал. Поэтому день был у меня очень насыщенный, и закончилось это все за полночь, дальше там в интернете. Жаль, что Евангелия у вас не было, да, столько? Нет, у меня был материал, да, и Евангелия были, и материал еще о крещении оставался у меня там, материал о крещении, к истинному крещению. Поэтому я удивляюсь, откуда у вас этот материал, я объясняю, что это была такая газета «За науку», издаваемая в нашем университете. Вагу. 30 лет назад, да, все издали, да. И до сих пор не... Да, вот у меня... Вагу, да, то, что... Да, вот под последний материал я раздал. Это больше 30 там экземпляров у меня было, я раздал. Народ ничего не знает. Да. Крещение, что крещение, что дальше за крещением, чье крещение? Кого-то тут... крещение и все. Ну вот искупаться... А надо в проруби покупаться, чтобы омыть... Чтобы смыть тебя болезни и быть здоровым. Да, да, да. Ну вот. Ну и приходится говорить, что это язычество. А что, надо от язычества отказываться? То есть надо от тьмы отказываться? Зачем от тьмы отказываться? Зачем идти в свет? Ну и уж не говоря о том, что богоявление. Почему богоявление? Кстати, в этот день я задавал вопрос неоднократно, и только три человека из нашей общины мне ответили. Правильно, что такое? Почему богоявление? Ну, они сказали, народ во тьме. Народ во тьме. И слава Богу, что наши братья и сестры сумели в этот день нести благую весть. И слава Богу, да благословит их Господь их ноги, руки, ума и сердца. И машины. И машины, все осветит Господь. И дарует им быть здравыми душой и телом, чтобы и дальше нести свет людям, погибающим во тьме. Спасибо Христос, дорогие братья и сестры. Еще раз благодарю. Спасибо Христос. Да. Любовь Петровне, я водичку отвезла. Она всем передает поклон. Прям чуть ли не со слезами все меня обнимало. Я всех вас люблю, я всех помню. Я все время о вас, о всех молюсь. Я говорю, мы о вас молимся и помним. В общем, передаю поклон. Второй вопрос. Сейчас ты звонила дробота. Дома Ваня работает. Ну, почему не поехали? Молчание. Сестра, расскажи, как вы ходили с Юлей, с сестрой, на раздачу Евангелия? Да, мы с Юлей решили в этом году пойти пораздавать, потому что Евангелия еще были, оставались. Ну и плюс надо было нам сделать какой-то отчет за Евангелие, чтобы в следующий раз заказать, нужно сначала за предыдущие отчитаться, потому что их дают бесплатно. Вообще эти издания красные, они продаются в церковных лавках, но тем, кому они даются бесплатно, нужно отчитаться, что мы их не продали, а раздали бесплатно. Вот. И мы как бы решили это приурочить к празднику Крещения и попросили, обратились к Володе. Володя сказал, что позовет Сергея, их повез Игорь, правда, они не доехали до нас, они в другое место уехали. Мы там, когда подъехали, к нам тут же подбежал молодой, ну такой лет, может, 40 человек, мужчина, высокий, красивый, и нам давай Евангелие давать братьев Гедеоновых. А мы стоим свои из багажника по сумкам раскладываем, чтобы с собой взять сумочку и идти туда, к входу. Мы говорим, да у нас свои. Юля оказалась, знает его, этого молодого человека. А говорит, это из братьев Гедеоновых. Ну, есть такое общество. Синенький, маленький Евангелие. И он, когда увидел, он даже как-то так обрадовался. Такой говорит, о, как хорошо, что, ну, смена пришла. Мы тогда
уезжаем. Все. Я неправда, перед нами пошли, мы пока тут все закрыли, все. Идем, смотрим, они там еще на парковке кому-то раздали, сели в машину и уехали. То есть они были, только братья у них. Ну, мы пост стал, пост принял. Вот, тем более мы, у нас-то крупным шрифтом, а у них, ну что это мелкий, например, это только с лупой читать, особенно бабушкам. И все, мы стоим, все хорошо, тут людей мало, вот подъехала машина, идет, кто-то выходит, кто-то говорит, я возьму, когда пойду обратно, потому что иду с полотенцами, в машине уже разделись, там, курточку накинули, голышом, ну, в купальниках там, бегут, возьмем на обратном пути, раздаем, и тут подходит нам директор. Вот этого, это озеро, оно восстановленное. Назвался директор. Ну, он, да, мы там место не проверяли. Там озеро было как бы оно такое заброшенное, заиленное, загрязненное, кустами заросло. Они его очистили несколько лет назад, а внесли забором песок, то есть, и теперь это все территория огорожена. И, то есть там есть управляющий, он или кто в аренду они его взяли. И он уходит, и так достаточно грубо нам такой говорит. Ну-ка. Уходите отсюда! Вот прям так вот как-то. Ну, не то, что он прям там кричал на нас. Уходите, так, все, быстро ушли отсюда. Юля такая говорит, почему? Вы на нашей территории. А мы туда не заходим, мы стоим за, ну, как раз за забором. Он такой, парковка тоже наша здесь, все наше, все это. Уходите! Я сказала, уходите! А я чуть-чуть в стороне. Юля, скажите, где граница вашего участка, мы выйдем и встанем там тогда. Он такой, я вам сказал, уходите. Вот прям вот так вот. И пошел. Я его догоняю, а у меня пакеты, два Евангелия вот этих красных. Я его догоняю, пожалуйста. А он такой, ну, мужчина лет 60-50, не знаю, лет 60. Говорю, пожалуйста, два предложения. Ну, буквально вот, пожалуйста, выслушайте. Он такой, что? Я говорю, вот смотрите, сейчас здесь были протестанты. Они раздавали. Они раздали, как они нам сказали, почти все свое раздали, уехали. Вы их не выгоняли. Они по парковке тоже ходили. Говорю, а мы пришли православные. Мы, посмотрите. Свои, да. Ну, я думаю, что ж он так. И открываю, говорю, посмотрите, бесплатные здания нам прислали от патриарха под благословением. Он так раз. Нагнулся, посмотрел, патриарх, Кирилл, крест, все такое. Говорю, и нас батюшка благословил. А мы когда ехали, я говорю, надо благословиться у батюшки. И говорю, нас батюшка благословил час назад. Ну, там даже меньше, наверное, полчаса. Мы под благословением. Вы православные? Я переспрашиваю, я говорю, да, мы православные. Мы приехали, а протестанты сразу уехали. Он говорит, не сектанты? Такой... Стойте, где хотите. Стойте, где хотите. Все. Он сказал, что он их тоже выгонял. Да? Я, наверное, не расслышала. Постыкся, я немножечко прерву. Галя пишет, дорогая наша сестра, мы благословим ее, помолимся о ней, чтобы Господь... Она два труда одновременно несет. И наш, ну, труд такой обычный, светский труд, и духовный труд она несет, естественно, там. Она же благовествует там одновременно. Поэтому благословит ее Господь преизобильно. Там найдется. Приеду 29 числа. Что, прямо сейчас уезжаешь? Да, прямо. Ну, видишь, она уже в форме. Я уезжаю сегодня, да. Приеду, да, здоровье, и все в порядке. А ты в форме одета? Конечно. Покажись хоть. Как ты выглядишь? Чтобы мы представляли, как молиться за тебя. Какая ты там? Превращается, Галя, превращается. Сотрудника. И шапки, конечно, у нас там другой головной убор, да, с кокардой. Красивый. Ух ты! Слушай, это... Да, прям отлично. Сделали уже для женщины. Нет, там шлица, нет, там нету. Шлица нет, без разреза. Нету. Кстати. Там просто это прямо складка, тебя шили, да? Складка. Ну, по размеру, конечно, выдавали. Ничего. Просила побольше, не дали. Скажу, дай, говорю, дайте такой попросторней. Нет, не положено. Да нет, нет, так нормально, что ничего такого. Ну, мне бы попросторней. Ничего себе, а, ты хоть вот будешь, да? Я знаю, в чем говорю. Гляди, эту... Пальтишко такое. Пальтишко от Юдашкина. На самом деле, я не знаю, как это не дизайнерская. Двойной там. Юдашкина.
Холодная. Холодная. Ну, холодная. Понятно. Как выйти? Я уже его подшила внутрь. Ну, это ветерок зато не продует. Для Галь, ну, что сказать? Ангелы-хранители. Есть нефтяники, которые в чистом поле вообще. У тебя вагон. В чистом поле, у меня бумага. У тебя хоть вагон есть. Давайте. Спасибо вас, Христос, за молитвы. Да. И тем более тебе там доверие такое людям. Ты же официальное лицо. Да, лицо вагона. И спокойно можешь сказать, нас хранит Христос. Ну, я перекрещусь, говорю, все, пассажиры с Богом. Они, кто что скажет, кто прям с Богом, кто тоже перекрестит наш вагон. Поехали. Ну вот, самое главное. Ну все, я с вами прощаюсь, мне пора. Ну ты теплый твоя, да? Теплый вадлер я. Ну хорошо. На курорт. Погрейся за нас. Там пока дожди. Привези тепло. Там пока дожди, все же. Лучше же, чем минус 25. Да, я за дожди, чем за минус 25. Привези нам дожди. С Богом. Да, надо продолжать. Да, я по теме вот, крещения. У епископа Евтихия, вот Юля мне скинула, мне понравилась проповедь, есть в храме на день крещения. Вот кто смотрит, можете в поиск забить. Крещенские купания-традиция не церковная. Есть прям сайт проповеди епископа Евтихия, и там вот есть эта проповедь. На его канале, прям канал есть посвящен. Так и называется, проповеди епископа Евтихия. И в этой проповеди епископ без бумажки, такой прям молодец. Люди подходят ко кресту, и он их благословляет, окропляет водой и говорит о крещенских купаниях, развеивая те мифы, которые существуют. О том, что это древняя, и он доказывает, что это никакая не древняя, а новомодная, традиция. Современная, да, традиция. Что это? Традиция якобы православная. Он говорит, не православная. Что это благочестивое, что это вообще не благочестивая традиция. Ну, можно только сказать, что русская, да, ну да, русская. И все. То есть, и так хорошо говорит, послушайте, очень интересно. Рассказывает, приводит эти издательства еще дореволюционные, где была статья о том, что появились такие заблуждения в народе, особенно в юго. В западных областях империи, к словам Игнатия Тихоновича, где он говорил, вся зараза пошла оттуда, да, в церковь, вот эта вот вся, юго-западной части империи, где стали вот такая традиция на крещение, воду-то освящают для питья, они лезут ногами там это, и вот эту делают иордань, вот оттуда пошло. Но распространение массового это не получило в стране. И епископ Евтихий говорит, сколько я служил там и помощником, и диаконом, и священником, и до того, как епископом. Не было этого в России. Появляться, он говорит, первый раз там, 89-й год. И прям рассказывает, как он там, валенки у него промокли, там, не знали, пришли топорами, начали рубить эту Иорданию. Он говорит, мне хватило одного раза, все. Вот, то есть это сейчас же там специально пилой, там пилят, все. И... что освещают эту воду, это у него еще есть статья, воду освещают совершенно по-другому, чем когда люди крестятся и погружаются телом. Это другая молитва. Эта молитва, чтобы принимать для очищения души и тела пить, вот когда в храме освятили, мы ее пьем. А люди эту воду лезут ногами и другими частями тела, но это совсем неблагочестиво. И вот он прям по полочкам каждый пункт рассказывает. Посмотрите, интересно. И еще один момент, он так сказал. Один куб освещали. Столько, говорит, было народу, что даже давка в дверях была. Весь город приходил, и куба хватало всем. Потому что приходили с маленькими баночками, бутылочками маленькими, графинчиками, там весь год хранилась святая вода. И по чуть-чуть освещали, можно же в обычную воду добавить, помолиться, и она освещалась. Никто не брал пятилитровками, как у нас в деревне, флягами набирают. Говорит, у людей стало меньше веры, и берут больше воды. Чем больше воды берут, тем меньше веры. Чудес. Да, ждут чудес. Говорит, с верой берите чуть-чуть, и всем хватит. Вот тоже такая закономерность. А сейчас, говорит, столько воды освещают. Пишут, в Иоанна Богослова привезли на машине из водоканала или легенда 60 тысяч литров воды.
для освящения и раздачи. Я не знаю, хватило всем или нет. Представляете, сразу все такие верующие сразу пошли за водой. 60 тысяч литров воды привезли в машинах вот в этих вот, чтобы раздавать. Это, но явно не по графинчику берут, как тогда. Вот. Нашли где-то Сергий Радонежский говорит, там князь ему говорит, вот у тебя приезжаю в монастыре, вкусная еда. А у меня вот так готовят, и что-то не так вкусно. Он говорит, Сергий Радонежский якобы говорит, нужно добавлять святой водички в пищу-то. Угу. Ну и все. Вот это все распространяется сейчас. Добавляют как можно больше. И как можно больше. И прям готовят уже. Да, может, капельку надо было добавить. И веры добавить сюда, а не литр. Все поперло в другую сторону. Добрый. О болящих-то поговорили? Все обычно же о болящих говорят. О болящих? Да. Я хотел поблагодарить всех за молитвы. Кто знает, что продолжается у нас в интернет-сообществе. Ну, у нас наших... А, нет, есть. Ирина Устинова. Стефан выходит на занятия. Да. Так что, можно сказать, дети, с детьми продолжаются у нас встречи. По слову Божьему. Не знаю, как они там... Учатся, ну, сложно очень на расстоянии это все. Но, во всяком случае, беседы у нас идут. Вчера крещение была беседа. В конце я говорю, хотелось бы узнать о вере вашей. Я говорю, давайте начнем с того, как вы поститесь. Мы начали рассказывать. И там Миша Юров, он говорит, я, говорит, уже пытаюсь поститься. Я говорю, ну хотя бы пытаешься, молодец. Что там с Ксенией Юровой, не знаю, такая ревностная. Почему у нее сын не постится? Помолитесь, что там папа или что, ну что-то там влияет, понятно. А другие прямо посте там, девочка, ну как девочка уже или 15, наверное, Агния звать ее. Недавно начала выходить. Я говорю, вот расскажи, ты как постишься. Ну и короче зря только сказал. Она, я говорю, я дома все делаю себе. Если постный день, то я постное беру. Ну, а так обычно, говорит, когда постный день, я какой-нибудь фрукт возьму и все. Я говорю, ну все, понял. То есть, у нее никаких вопросов с этим нету. Я говорю, давайте, братья, с вами будем разговаривать. У вас там, видать, посложнее. Ну и правда, посложнее. Потому что некоторые питаются в школе, ну, в самой школе, а там скоромная у них. И поэтому им приходится... Я рассказал, как у нас было в школе, я-то не постился, но как у нас это все было, то есть столовой. Ну, там легко можно было раздавать все это, котлеты там. Никто из них это, не знаю, не было ни одного такого человека. Кто на дистанционном управлении, вот можем и, допустим. Этот Миша Ширяев, ну, он такой взрослый же, он говорит, я, говорит, контролирую, говорит, это сам спокойно все это. Он тоже лет 15 уже. Наверное, класс 9. И все. Ну, то есть люди, которые вот у которых, видать, родители верующие и помогают им, они легко контролируют. Ну а так-то, по идее, все должны быть верующие. Поэтому я удивляюсь, что некоторые не постятся. Так что надо помолиться, чтобы этим чадам Господь помог и родителям их. Сами понимаете, ну, как говорится, Господь вот вывел меня на это поприще. Сами попросили родители, не знаю, некоторые, наверное, сейчас уже думают, а это что мы сделали? Попросили меня поговорить с ними о церкви, как они церковь посещают. Говорит, очень не нравится им посещение церкви. Я говорю, я все это понимаю прекрасно. У нас дети тоже не нравилось бы, но у нас хотя бы есть здесь занятия, мы разбавляем все это. Они не постоянно стоят, там канон, допустим, который непонятный. Или в начале, когда молитвы идут, у нас тут тоже проходят занятия. И мы по полчаса, говорю, это ну, прям каждый раз. И поэтому, ну, конечно, для них сокращается это время службы. У нас там еще на русском языке читается во время служения. Еще идут проповеди на русском языке. А ваши дети, они в полной церковной славянщине. Поэтому я понимаю прекрасно, что они не могут выдержать. И как я буду с ними беседовать? Если бы вы мне помогли в этом, сказали, мы будем там выводить их. Он говорит, а я им даю Евангелие, и вот они там стоят, читают, когда там что-то непонятное. Я говорю, ну держи карман ширину, начитают они тебе.
они здесь-то рядом с тобой и прочитать не могут. Кажется, что они умные, что-то там лепечут, а когда дашь почитать, простое почитать. Ну, так я им даю иногда почитать, узнать, у кого какое образование-то. Ну и все, и начинают спотыкаться. Это библейский язык, Игнатий, значит, сказал, аппарат не тянет. А детский ум как потянет, если с ним не трудиться? Надо неожиданно с ними трудиться, с детьми. Их надо заинтересовывать. Это можно сделать, но не знаю. Тут это трудно, и дай Бог тебе. Это не обучение даже это людей, а это должно быть твое духовное призвание. Что ты видишь перед собой человека, понимаешь, что он... Ну, ты должен понять, что он не понимает, то ли читает плохо, то ли что. Почему он, ему не нравится Слово Божие. И это стараться внедрить прямо во время вот этого беседы с ним. Я это не называю занятиями, не могу назвать занятиями. Занятие, когда сидит, занимается человек, я знаю, что такое занятие, я учился очень долго, всю свою жизнь, можно сказать. Ты сидишь, слушаешь кого-то, тебе об этом говорят, или учебник читаешь. Ты не можешь никуда уйти. Ты учишься этому, и потом должен воспроизвести, чтобы это дало плоды, и ты за это получил какие-то дивиденды, хлеб, чтобы можно было питаться. То есть это очень важно. А то, что у нас происходит, кто там чем занимается, что там кто делает. Ну вот, и поэтому я еще веду занятия по Ветхому Завету и Деяния Святых Апостолов начал. Но я понял, что это в виде лектория надо делать. Прям готовиться по полной программе. Кто захочет что-то сказать, оставлять время и людям преподносить вот то, что знания наши православные, которых громадье сейчас в интернете. Только это надо вынести все и таким соответствующим образом преподнести. Я читаю святых отцов, я от себя ничего не измысливаю. Места писания, комментарии. Игнат Тихоновича беру очень много это, его стихов. Они прям как проповеди просто ложатся отлично на занятия. Как бы, по теме беру, прям раз прочитал сначала. И прям можно комментировать прям стихи Игната Тихоновича с толкованиями и брать места писания. Ну, то есть получается необычно и занимательно, людям нравится, во всяком случае. Они потом это могут применить где-то. Вот так. Поэтому попрошу помолиться, чтобы для кого-то это были занятия, чтобы это раскрылось. Потому что многие прям впрямую говорят, а мы не тянем, а нам не интересно. И делают целые бунты против этого. Поэтому вот я вот, поэтому я прошу вас, чтобы занятия, если мы называем занятия, они обратились в занятия. Занятия человек учится. Он не придумывает от себя ничего. Он не завидует ничему. Он просто берет и учится. У святых мужей то, что Господь оставил своим пребыванием на земле, слова эти, которые записаны в Слове Божьем. Вот так. Да поможет Господь. Помоги Бог. Я еще хочу передать просьбу Алексея Семеновича Сискова. Он передал вам всем привет, поздравления с праздником, прошедшим воскрешением Господним. И просил молиться о нем, потому что у него после трехкратной операции на тазобедренном суставе он испытывает слабости, болезни в этом суставе, собирается пойти опять в федеральный центр на консультацию, как там, что. Ну а плюс к тому у него еще и коленный сустав болит, потому что перед распределением нагрузки он должен был ходить без костылей и хотя бы как минимум с одним костылем, но он ходит на двух костылях. Вот. Он передал вам всем привет, сказал, что он всегда в курсе наших событий, смотрит наши ролики, все наши собрания просматривает, помнит нас и молится о нас. Так что мы тоже о нем молимся. Помнит Алексей Семенович. Ну, слава Богу, что жена его, как бы вот, которая противилась многие годы вообще его обращению, и теперь она уже вместе с ним ходит на богослужение и достаточно ревностно, она всегда поздравляет нас со всеми праздниками, мы общаемся с ней тоже. Наталья зовут ее.
Вот. Еще у кого есть слово? В общем, Валентина Барышникова звонила мне несколько раз. Я в группе не стала писать ее сообщение, а потом она присылает мне смс. Не пиши. Ну, я думаю, хорошо, я не написала, а она и сама говорит, не пиши. Ну, вот скажу, что без подробностей, но у нее там с сестрой идет конфликтная ситуация, продолжается. То есть было некое затишье. А сейчас серьезно, боевые действия, да? Да, на нее жалуются, как угрожает ей чем-то, в общем. Там не поймешь, кто что. В общем, все серьезно, помолитесь, чтобы мир у них уже наступил вот с этой сестрой. Когда она помолчит сама, тогда будет более-менее мир. Вот сестру она сюда приглашала на Рождество, придите, чтобы пообщалась с Надеждой Васильевной, чтобы... Добивает ее, да? Это... Сестра, как она говорит, совершенно неверующая, хотя ну, что родители теперь? Это и там теперь еще и племянник с ними живет. Вы что, неверующий, что мало. Так, еще у кого слово? Игорь, чем? С последнего, Валентина. Я ее знаю больше 30 лет. У них никогда ни с кем не было мира. Никогда и ни с кем. И где бы она что ни била, она только забыть о мене сказали, но тут для слова Божия не то, там говорится, когда ее следователь допрашивал, ее слова написаны. Ну, там еще нет плохого. Но она что-то находит. Вот мне это там, это книга тысячами экземплярами, сейчас готовится переиздание. Это болезнь какая. Вот она затеяла, что она сразу, вот мы едем картошку садить, грузовая машина, сиденье там, ну, наружу. Что-то ей мысль взбрела сказать такое. А что такое? Ответь на меня. Я нет, она за грудки берет. То есть мы брали путешествие ее мне, а у меня никакого понятия нет, кто с ней рядом, что нужно говорить. И поэтому не обращайте внимания, что помолиться можно, но не больше. Родная сестра, а племянник-то лежит, он ходил когда-то даже у нас в церковь-то. Он лежит, еще не делает там, ну, может быть, и не по таким градусам. Но ты-то идешь, подаешь на них, чтобы от тебя избавиться, ничего не стоит. Да это соседи были не так, забор не то, то есть мелочи такие. Закрытая тема. Второе. Вчера никого нету, Володя-то ушел. Я и не понял, что они поехали туда. Я нагружаю сумку, Евангелие, и отправился один. Дорога я глядываюсь, как крестный ход пойдет. А вот крестный ход там проходит. И вот где монастырь, так они сверху оттуда и идут как бы. Ну я пошел. Никогда так не принимали, как этот раз. Первым делом я пошел обойти всю милицию. Милиции так много, это полиция-то. И с удовольствием берут. А кроме того, визитки наши, где... Ну, идут люди, кому дал, а другой уже не успел глянуть, опять просят. И потом подходят ко мне, нашли, где я стоял у парапета. Еще есть? Нету. Никогда этого не было. Все-таки, я думаю, люди, которые пришли туда и которые... Мимо Спартака идут, это разные люди. Те никуда не идут, и поэтому они мимо наши идут, говорят, даже не смотрят. Ну и встреча была с архиереем. Крестный ход идет, там хоругви несут, священники. Так-то они в комплекции. А тут еще одеты, да сверху резы, они прямо такими вот, так катятся. Страшно подойти, думаешь, не трожь наших. Ну и а четвертый начинается, он идет. Я как-то просунулся и оказался рядом с ним. Ну и здоровается, он не слышит там, кричат, да увидел, когда давай меня полоскать этим водой-то, а там держит чашу перед ним. Второй раз, я говорю, владыка, у меня от книги вышли, так возьмете, обязательно, поэтому надо помолиться, чтобы завтра созвониться, в какое время. Ну естественно, что я с него расписку возьму, будешь читать, не бросишь ли. А книги-то наши, где которые зашли в них, то оно что-то стоит. Тем более сейчас такая работа, представьте, 67 человек только помогают проповеди, а теперь их переводят в это. А остальное, кому говорит, уже никого почти нету. Готовьтесь к дню общины. Не просто, а именно община, что дала тебе. Вот я знаю, некоторые батюшки сейчас вот не будет, и тут, не знаю, останется, кто на занятия остается только. А так разницы никакой нет, а раз разницы нет, ты ничего не понял тогда. Такие занятия идут, по Слову Божию, в интернете, здесь, материалы какие-то, нигде нет такого, нету. Если с Москвы приезжает игумен, к которому патриарх там сербский, русский приходят, служат, и нет этого ничего.
Это нас Бог благословит. Все абсолютно только благодатью Божией. Это надо помолиться, чтобы как-то ну, люди поняли ценность этой общины. Вот, ну как я ему передам-то? Только говорить это ничего не стоит. Если у него ничего этого не было. А как вот бросить вот это? Рождение свыше все это сметает. В один день. Не только в один день, а в одну минуту. Вот я пережил это 27-го. И все, что было, сразу исчезло. Осталось только то, что в памяти вот там был душа, как говорили, парень такой, рубаха. А как забыть меня эти анекдоты проще? Молитвы. И в это никто не верит. Бог опустошил меня. Я утром встал, ни одной не помню. А теперь место сердца открытое. Теперь вот это началось все заходить, Слово Божие. И поэтому, разговаривая с людьми, первый упор делайте. Рождение свыше и второе крещение Духом Святым. За этим все стоит. С Богом. Богом. Молились эти тебе и Виталия не помянули? Еще он как? Виталий, он выписался из больницы, ну, чтобы, ну, как бы, в удовлетворенном состоянии, слава Богу. А ну, как там сейчас, я не знаю. Слава, он искренне, ну, такой. Да, да, да. Надо снисхождение каждому иметь, как подойти, к какому что сказать. Вот меня спрашивают, на 24 категории у меня разбиты люди, это даже четвертый том. Как, с чего сказать, главное место писания какое? Вот он заходит, вот такой я полюбил, на меня она не смотрит, и я не знаю, что делать. Одно только место. Другой вчера говорит, ну, а почему ваши реинкарнацию не признают-то? Когда прямо написано, что пришел Иоанн, он говорит, пришел или я? Видите, это как? Есть только одно место, послание к евреям. А однажды предстать, говорит, умереть и однажды суд. Евреям 9, это центральный 27, 28. А с него тогда на остальное говорить, изучайте Слово Божие. И поэтому ответов будет у вас никаких-то. Ну, что сказал человек, руками махал вот так. А потом проходит через день, если же вопрос задают, он что-то попал уже говорит. А если по Слову Божию, у тебя одно и то же, как отрезано. Господь сказал, не менял свое мнение никогда. Это нам пример. Богу слава. Богу слава, веки, аминь. Что, завершаем? Да. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родчую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. Будь милостив к нам. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Ты наш Господь, любящий творение свое. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Услыши и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили, кто услышали о Тебе и не от нас. Коснись их сердец и твердо положи им помнить, что покаяние возможно только на этой земле. За гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Господи, взятых из семей, отправленных на фронт, сохрани и возврати в мире Никиту, Александра, Максима, Иоанна и неведомых нам, чтобы они там были как светильники на подсвечнике, как город на вершине горы,
чтобы они не осквернились кровью чужою, и чтобы они постоянно помнили Откровение 13.10. Кто ведет плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Тебе хвала, тебе слава, тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушают и дослышат рабы твои голос твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Занятия, занятия будут? Понятия не имеем. Будет? Говорит, да. Будет? Сколько останется народу?